Несколько человек задержаны полицией в израильском городе Лод в ночь на воскресенье. Речь идет о еврейских и арабских радикалах, которые подозреваются в причастности к беспорядкам и столкновениям друг с другом и силами полиции. Волнения начались здесь еще во вторник. По данным СМИ, за это время в городе были разгромлены десятки принадлежащих арабам магазинов и кафе, а также местная еврейская школа, синагоги и здание рынка. Мы уже целую неделю укрываемся в убежище, как на войне, на настоящей войне. Моему сыну 12 лет. Мне приходится спать с ним рядом, потому что одному ему страшно. Между тем, как сообщают представители полиции, в Лоде и других израильских городах, где происходили беспорядки, отмечено значительное снижение числа инцидентов. В городе Джиш на севере страны арабские и еврейские активисты, сторонники мирного сосуществования, провели собственную акцию, призывая к миру и прекращению вражды между народами.